Подозреваемые в убийстве семьи в рабочем поселке задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Напомню, 28 декабря полицейским поступило сообщение о том, что в одном из домов обнаружено 3 тела с признаками насильственной смерти. Убили целую семью, супружескую пару и их сына. Полицейские сработали оперативно, задержали 2 жителей Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное и объективное исследование всех обстоятельств дела. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье 99 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан «Убийство 2 и более лиц». Согласно статье 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, данные досудебного расследования не подлежат разглашению. Подозреваемые водворены в изоляторы временного содержания Управления полиции города Петропавловска. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на полное всестороннее объективное исследование всех обстоятельств дела. Дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции Северо-Казахстанской области.